Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Маршал Савчук, это мой напарник Владимир Васюков, и сейчас мы вам покажем бросок узлом плеча. Итак, друзья, как делается этот прием? Первое, что мы делаем, это захватываем руку соперника, разворачиваем, прихватываем за запястье и разворачиваем его большой палец к нему же. Дальше обвиваем его руку своей, чуть-чуть сгибаем здесь. Желательно, чтобы это было 90 градусов или близко к тому. Напрямую руку этот прием невозможно сделать. И чуть выдавливаем плечо. Для того, чтобы дать ход вот этой ноге, мы чуть отодвигаем свою. Все, можем шагать. Шагаем этой ногой, одновременно заворачиваем его же руку за его спину. Здесь мы не отпускаем его руку. Желательно точно так же, держа его за локоть, перенести свою кисть на самую дальнюю точку его кисти и произвести болевой прием. Итак, друзья, какие здесь есть нюансы? Нюансы следующие. Обязательно, повторяюсь, обязательно разворачиваем большой палец к самому человеку. Дальше. Рука должна быть здесь под 90 градусов. Это ваша задача, он сам ее так не поставит. Дальше. Выводим его плечо сюда. Если он будет стоять с прямой спиной, у вас не получится этот прием. Обязательно вывести его сюда. Когда вы вывели, его локоть должен оказаться упирающимся в вашу грудь. Все, есть конструкция цельная, вы ее полностью фиксируете. В момент броска свою голову мы не засовываем под мышку. Мы кладем ее крестом параллельно, вот сюда вот на живот, лицом к нему. Раз, убрали ножку, смотрим на него, заворачиваем руку. Итак, как выходить на этот прием, как забирать руку? Ну, проще всего учиться это делать из обычного борцовского фехтования, из разминочного упражнения. Раз. Оп, в какой-то момент здесь зафиксировали руку, все, перекинули руку вверх плечу, начали давить, рука у вас. Еще раз. Вот отсюда. Есть у вас локоть, есть кисть, отключено плечо. Шагаем, производим бросок. Итак, когда мы находимся в ринге или в сетке, можем попробовать такой вариант перехода на этот прием. Соперник, например, нас бьет, вот, мы пугаемся, нам страшно, чуть присаживаемся, ручки ставим на себя и резко сближаемся, прижимая его к стене или в угол. Вот здесь вот мы чуть-чуть отодвигаемся назад, прихватываем руку, упираем в него, все. С этого момента достаточно дернуть на себя, точно так же убрать ногу и произвести бросок. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, лайки. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Будьте красавцами. С Божьей помощью. Это мой напарник Сергей Васенко, боец клуба «Мэй Альянс». Сейчас мы вам покажем прием, который называется «Рычаг локтя со спины». Прием начинается вот с этого положения. Здесь мы начинаем с того, что хорошо фиксируем корпус соперника своими коленями и ногами.